Хочу поделиться с вами простым и легким рецептом засолки скумбрии. Такая рыба идеально подойдет к гарниру или в качестве закуски. Засолить рыбу дома – это не только дешевле, но и вкуснее. Всем привет! Вы на кулинарном канале «Вкусно с Ксюшей». Сегодня я приготовлю малосольную скумбрию пряного посола. Для этого мне понадобятся такие ингредиенты. Скумбрия свежемороженая 4 штуки. Чтобы рыба хорошо чистилась и резалась, она должна быть немножко замороженная. Соль 2 столовые ложки с горкой. Сахар 2 столовые ложки без горки. Душистый перец, черный перец по 15 горошин. Кориандр молотый 1 чайная ложка. Лавровый лист 6 штук. Уксус 9% 4 столовые ложки. Вода 1 литр. Сперва я готовлю маринад, так как ему нужно будет остыть до комнатной температуры. В ковш выливаю воду. Добавляю соль, сахар, душистый перец, черный перец, кориандр и лавровый лист. Маринад нужно довести до кипения и прокипятить 5 минут. Снимаю ковш с плиты и даю маринаду остыть до комнатной температуры. Пока маринад остывает, я займусь разделкой рыбы. Отрезаю голову, хвост. Удаляю внутренности. И половники. Внутри рыбу я помыла, удалила черную пленку и просушила бумажным полотенцем. Все такие действия повторяю со всей рыбой. Мариновать рыбу я буду в контейнере объемом 3 литра. Обязательно он должен быть с крышкой. Рыбу нарезаю на кусочки шириной 2 сантиметра и сразу слаживаю в контейнер. В остывший маринад добавляю уксус. Перемешиваю. Маринадом заливаю рыбу так, чтобы он ее полностью покрыл. Емкость с рыбой накрываю крышкой. Отправляю скумбрию в холодильник мариноваться на 24 часа. Прошли ровно сутки, достаю рыбу из холодильника. Скумбрия хорошо промариновалась и очень ароматная. Попробуйте приготовить рыбку по моему рецепту. Она получается очень вкусная, вы не пожалеете. Хранится такая рыба в холодильнике на протяжении 7 дней. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Пока!